Нажимай. Нажал? Все. Пошла запись. Рассказывающие 2-3, а то 5 новостей мировых в области электромобилестроения, в области стоимости акций Tesla, что сказал Илон Маск. И я с удовольствием хочу представить несколько слов, чтобы с вами поздоровался идейный вдохновитель и главный редактор информационного издания о электрическом транспорте Станислав Макушин. Спасибо, Саш. Ну, вообще-то я не 2 года, а уже мой проект 3,5 года работает. В ежедневном режиме рассказываю об электромобилях, о всем разнообразии электрического транспорта, возобновляемой энергетике. Что еще сказать? Ну, расскажи несколько самых популярных новостей со страниц твоего журнала. Ну, скажем так, последние новости – это презентация водородного гиперкара «Гиперион». Многие сомневались вообще, когда была анонсирована эта машина, что это что-то настоящее, потому что казалось, что это очень фантастично даже в рендерах. И вот они ее представили. На самом деле это не просто спорткар, это зверь среди гиперкаров. И самое интересное, что вот этот водородный гиперкар сможет проехать на одной заправке, сейчас удивитесь, 1600 километров. По-моему, больше ни у кого пока нету среди электрического транспорта большего диапазона. 1600 километров, дорогие друзья, ваши аплодисменты. Зеленая точка старта, забиваете в любом поисковике и читаете новости о электрическом транспорте и возобновляемой энергетике. Спасибо. Ходили, конечно, на народ, но я думаю, ближе подошел. Ну что, дорогие друзья.